Я Андрис Америкс, депутат Европарламента, избранный из Латвии. 450 миллионов людей из 27 стран Евросоюза избрали прямым голосованием 705 депутатов. Я сегодня приветствую вас, участников российского молитвенного завтрака. Я считаю, что сегодня очень важный день для нас. Мы пережили много трудностей, но нас объединяет главное – это христианская вера. Вера в Бога, вера Господа Бога, который всегда с нами. И я верю, что всегда добро победит зло. Я верю, что всегда мир победит войну. И самое главное, что сегодня нам нужно, это вера в то, что мы вместе это все можем достичь. Я желаю вам удачи, я желаю вам добра. 1 декабря в Европарламенте также пройдет молитвенный завтрак, и мы будем вместе с вами.